Борьба, интрига и перевоплощение. Все это и многое другое обещает зрителям новый проект телеканала «Хабар» «Жулдыз да Дода». В «Звездных войнах» примут участие 10 известных казахстанских певцов. На протяжении 12 программ им предстоит менять образ и в один копировать отечественных и зарубежных звезд. Причем перенять нужно не только оригинальный стиль артиста, от внешности до манеры двигаться, но и тембр голоса. Преображение героев отвечают непревзойденные мастера, прекрасно зарекомендовавшие себя на российском и украинском шоу «Один в один». Иногда грим бывает настолько сложным, что занимает несколько часов. Но результат стоит того, говорят певцы. Насчет грима мне, вот немножечко я вам открою секретик, добавили, раскрыли ноздри, скажем так, немножечко подкорректировали губы. Вот. Сейчас, может быть, это незаметно, но на сцене это будет более чем хорошо. Вот. И на тело нанесли всякую вот, не знаю, какую-то краску, которая просто так не смоется вообще. Даже в воде она не линяет абсолютно. Вот платье чистое, в воде она не смоется, только спиртом. Львиная доля номеров – пародии на отечественных звезд, остальные – копирование зарубежных знаменитостей. Для Кентала, например, самым сложным стал образ Нагимы Искалиевой. Все, что будет происходить на сцене, я хотел бы, чтобы она не обижалась на меня. Потому что это проект, это, ну, таковые условия. И мне выпала честь показывать Нагиму Хабдулловну. Вот, что касается образа, ну, человек очень неординарный на самом деле. Очень яркий, с яркой харизмой, вокалом, со своими какими-то жестикуляциями, со своей такой, не похожей ни на кого. Поэтому времени, конечно, было мало готовиться, но я думаю, что как смогу, так покажу. В отличие от российского и украинского аналогов этого шоу, «Звездные войны» станут площадкой двойной борьбы. Две команды, мужская и женская сборные, соревнуются между собой, но и каждый участник борется за получение максимального количества баллов. Оценивать качество перевоплощения будет строгое жюри во главе с Толкынзабировой. Очень критична она, и я думаю, что в жюри должен быть такой человек, который честно говорит на все плюсы и на все минусы. Она четко говорит плюсы и четко говорит минусы. И так как для всех нас это впервые, естественно, и того, и другого у нас хватает. А остальные члены жюри больше приходящие, они более лояльны. Они приходят всего лишь на одну программу, и поэтому они постоянно, каждый раз под впечатлением. Костюмы для выступления участников готовят лучшие казахстанские модельеры, креативят талантливые дизайнеры, декораторы и стилисты. Артистов тренируют первые мастера вокала и сценического искусства. Екатерина Потягина, Абен Нарымбаев, Алматы.